Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Моркит, а также капитан Очевидность. Ракути. Красавчик. Сейчас вы увидите первое видео из целого цикла видео о том, как нагибает и нагибается наша команда Indie Head. Но прежде всего, хочу сделать следующее. Сказать огромное спасибо моим бойцам, моей команде. Конечно же, Николаю Слейту, моему корешу, Купидону, Папайи, Мишаня звонит, но, Мишаня, извини, денег нет, но вы держитесь. Потом донат, как бы, на Штайр, на Штен этот надо поставить рублу, по-любому. И, конечно же, Марии Лакари. Все красавцы, все просто супер. Огромное спасибо нашим противникам за игру. И отдельно хочу пожелать удачи Константину Медиуму и его команде. Я думаю, ребята, вы еще себя проявите. Все у них будет отлично. И я буду болеть именно за вас. Ну а теперь мы приступаем. Приятного всем просмотра. Ну что, жертва ромбового инкубатора, готов к качественной вздрючке? Какая вздрючка? О чем вы говорите? У меня лучшая команда на свете. Мы победим. У меня мега команда. Команда мечты. Да и сам я, сам знаешь. Это тебе не в тапки срать. Да. Все, пацаны, полетели. Минус дал. Давай, братуха. Купидоныч, пожалуйста. Давай. Ты же лучше... Да ну нафиг. Коля, пожалуйста. Коля, не спи. Брат, ты можешь, я знаю, ты лучший. Ребятки, давайте. Если что, я тут же, я с ресами, все нормально будет. Мы уничтожили... Лучшие! Красавцы! Купидоныч, тихо. Тихо. Походу, они не догадаются. Да как так-то, блин? Давай! Все нормально. Братан, давай. Этот раз у тебя точно получится. Ты могёшь. Ты же у нас киберкотлета, давай, брат. Давай, красавчик, мочи. Эх, как-то оно, сука, не так начинается. Да. Сочно. И прочно. Ребята, я на мясо иду. Да не, откуда там-то? Нагиб. Игрок с бомбой убит. Да. Минус 2 за раунд. Я чувствую, это будет твоим лучшим результатом в истории этого турнира. Нет. Лучший. Holy shit. Round 2. Fight. Сейчас все по-другому будет вообще. Давай, братуха. Блин, Есть, попал, ребята. Эй, мышь грузовая, ты чё тут сидишь? У меня такая функция. Минус один. Сука, почему? Как тут чуть-чуть оно? Бомба установлена. Вот так. Машенька, давай, пожалуйста, Машенька. Машенька, умница моя хорошая. Эх, баланс. Подъем. А, все! Миссия выполнена. Молодцы! Да, Тутаген, пора тебя отправлять на полку истории. Да, иди за ним. Это чистейший Подпивкович Гейминг. Да и пофигу вообще, главное, что мы затащили. Че значит Подпивкович? Во-первых, я убивал. Да, немного, но убивал. Для начала неплохо. Во-вторых, я видел, как я резал. Я просто работал как родильный аппарат. Раунд. Headshot, baby, you get owned. Да. С почином, Рачина. Благодарю, Нарина. Вы правда ждете, что они рынок пойдут? Кэп, рано или поздно по-любому пойдут. И рынок всегда надо чекать на таком уровне игры. С ними опасно так шутить. Во! Это зачем так вообще было? Это не та кнопка была! Не та кнопка! Я случайно пистолет вообще достал, блин! Задница какая-то!
Давай, вот так, Машенька, пацан. Машенька, сейчас всех. Тихо. Не трогай Машеньку, не обижай. Маша, вставай. Умница, умница, красавица. Вообще красавица, Машенька. Машенька дает жару. Так. Блин, вот Купидоныч умер так, что его, конечно, теперь вообще не реснешь. Что делать-то, а? Ладно. Слайтуха. Да. Ладно, сейчас мы тебя поднимем, братишка, все нормально будет. Все будет хорошо, не переживай. Слышь ты, партизан, ты куда так ползешь? Так надо, поверь мне. Я не хочу лежать, как Коля, поэтому я, пожалуй, поползу. То есть, у меня сомнения насчет того, чтобы ходить. Так, все нормально, нормально. Сейчас я свое дело сделаю. Мы победим. Сейчас Машеньку реснем, и все. Я таким способом команду приведу к победе. Машенька снова в строю. Да, тихо. Хэдшот, детка. Не надо так делать. Слишком... Unbelievable. Рухутагин начинает играть в плюс. Научись, братишка. Играть в плюс, это вообще мой профиль. Ты что, не знал, что ли? Все топово будет. Сейчас. Блин, нам всего два раунда забрать. Всего два кэп. И это будет первая победа нашей команды. Это будет очень здорово. Я бы хотел вообще турнир начать именно с этого, а не с каких-то самонагибов. Я надеюсь, что у нас это выйдет. Так, надо максимум тактики проявить. Красава, Коля. Коля, пожалуйста, только не умирайте. Коля умер. Ладно, бывает. Немножко увлекся парень. Такое случается. Мой дорогой маленький грызун, ты правда считаешь, что они тебя не заметят? Нет, не заметят. Кэп, опыт очень богатый, поверь. А так, детка. Ой, какое ты дно, Рокутагин, ты на весь свет позоришься. Я на весь свет нагибаю киберкотлет, понимаешь? Он не в крысе. Да, как бы... Плохо получилось, но, блин, опыт-то дает о себе знать. Я всем показываю, что это возможно. Главное правильную позицию занять. Проще говоря, в прицеле сидеть. Да. Угловой стайл. Есть такое, не могу отрицать. Ну ладно, Кэп, что ты от меня хочешь, блин? Я последние два года, блин, толком не играл, не тренился. Это раньше я играл, блин, по 20-30 мясорубок. Когда играл опен, блин, мог зависать целый вечер опен катать. Я давно так не играю. Я чисто так, по фану. Нормально же. Может, захочу, снова буду задрочить. Команда ушла, не... этот стоит, угол нюхает. Это, подожди, это особая тактика. Я по запаху определяю, есть противники, нет? Вроде нет. Так, давай. Папайя сейчас нагнет. Он вообще тащер, такой прям жесткий папаха дает. Так. Что-то как-то слишком тихо. По-моему... По-моему, да. Скорее всего, засада на двушке. Ну, по плану мы идем на один, если так оно. Значит, туда и пойдем. Да, так оно правильно будет. Так. Блин, опять это неуспехи пошли. Ладно, ничего страшного. Это все дело нажимое. Главное, что наши ребята тоже дали минусы. И шансы есть. В крайнем случае нет. Граната пошла. Ну, Рокутагин, давай, не подведи. Вы с ананасом вдвоем остались. Сам ты ананас. Основные системы в норме. Костюм готов к работе. Атакуйте. Мы выиграли раунд. Задание выполнено.